Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Хочу представить вам один интересный, быстрый рецепт домашней закуски. Закуска подходит под любое блюдо. Я сейчас готовлю картофельную колбасу. Видео будет на канале. Тем более будет по домашней колбасе у меня два видео. Переходите по ссылкам и смотрите, если вам интересно. И вот специально для домашней колбасы мы делаем вот такую вот вкусную быструю закуску. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится 3 помидора, 3 зубчика чеснока, мелко потертых или выдавленных через чеснокодавку, грамм 50-80 твердого сыра, мелко потертого, и майонеза миллилитров 80. Помидоры нарезаем кружочками. Примерно толщина помидоров 5-6 миллиметров. Выкладываем их в какую-нибудь посуду, на тарелку, на блюдо и продолжаем делать соус. В майонез добавляем чеснок. Кстати, кто не любит майонез, можно для этих целей использовать сметану. Тщательно перемешиваем чеснок и намазываем его на помидоры.